तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशिलाभय चाक्षुरुन्मीलितान्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने. नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमान् भक्तिवेदान्त नारायणीति नाम्ने. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पूजितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवे सत्यवचाय नमो नमः. श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Ставим чишикшаштыки. Ши очень-очень короткая молитва. Господь Читанья писал. Господь Читанья исторически святой появился 550 лет назад в Бенгале. В древних ведических писаниях говорится, что он не только святой, он Господь сам, который появлялся, чтобы испытывать настроение своего преданного. Господь хочет понимать, хочет испытывать любовь к себе как объект любви. Он не может совершенно испытывать это. Поэтому ему надо было появляться как свой преданный, чтобы испытывать вот этот вкус любви, служения к себе. Он появлялся в этом мире, обучал нам, как любить Господа. Испытывал сам. А тоже проводил самый идеальный пример, что это такое любовь, что это такое служение, что это такое погружение. А вот Шишикшаштакам, его стихи, которые выражают его настроение любви и служения к Кришне. Вчера читали второй стих, второй. Еще раз можем повторять это. Нам намакари бахуда нидже сарва шактис татчарпита ниямита смарене накала этадши тава крипа бхагаван мамапи. Перевод. О Бхагаван, Твое святое имя дарует живым существам все благословения, поэтому Ты лично являешь Свои бесчисленные имена, такие как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара и другие. Каждое из этих имен Ты вложил все свои энергии, присущие данному Твоему проявлению. По своей бесконечной милости ты не ограничил повторение и памятование святых имен правилами и предписаниями, такими как, например, Санхья Вандана, которых нужно строго придерживаться в определенное время дня. Другими словами, твое имя можно повторять и памятовать в любое время суток. Такова твоя воля. О Господь, это твоя бесконечная милость живым существам. Твое святое имя доступно всем и каждому и дарует величайшее благо. Но из-за своих оскорблений я так неудачлив, что не чувствую к нему никакой привязанности. Как Иисус Христос сказал, да светится имя Твое. Значит, имя Господа – это сокровенная вибрация, духовная вибрация. А поэтому в каждом духовном пути говорится, что надо повторять святое имя. В псалмах тоже в Библии
Говорите, что надо повторять, надо прославить имя, святое имя Господа. Даже надо прославить символами, с барабанами. Поэтому мы следуем. Это не как секта, то, что мы делаем. Это не как новая секта. Наоборот, это изначальный духовный путь, ведический путь. А другие религии, на самом деле, они как получили элементы от этого пути. Господь Читания здесь говорит, что вся энергия Господа находится в Его святое имя. Но дудаевам и дришами хаджани нанурага. Но, к сожалению, у меня нет вкуса повторять святое имя. Почему? Из-за оскорбления. Потому что я не чистый, я не повторял святое имя, я сделал оскорбление, а поэтому у меня нет вкуса. Шрила Бхактивинода Тхакур, он подробно объясняет, что это такое оскорбление против святого имени. Вчера вечером уже обсуждали вот это достаточно подробно, поэтому продолжаем. Следующий стих. Третий. Шрила, наш Гурудев говорит, что это такое процесс воспевания святого имени. Не будем рекламировать. Стих 3. Можем повторять. Шринадапи санричена, тарорапи сахишнана, аманина манадена, киртания садахари. Перевод. Считать себя ничтожной соломой у всех под ногами, став терпеливым деревом, которое отдает все, что имеет, и ничего не требует взамен. Не ожидая почтения к себе и выражения почтения к каждому, и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что у преданного, который повторяет святое имя Шри Кришна без оскорбления, есть 4 симптома. Первый – смирение. Чинада писаны чина. Более смиренны, чем травинки даже. Тогда, почему он может быть смиренным? Потому что у него есть естественное отречение от материального, нашего здания. Не в том, что преданные не должны быть счастливыми. Но надо понимать разницу между, с одной стороны, материальное наслаждение, а с другой стороны, чистое счастье в сердце. Счастье – это состояние сознания. А сознание – это симптом души, качество души. Поэтому истинное, подлинное счастье, когда душа вдохновляется. Самый эффективный способ практиковать йогу любви к Господу. Очень-очень важный аспект этого – повторять святое имя. Это первый. Второй – сострадание без зависти. Третье – чистота сердца без ложного эго. Четвертое – уважение к всем, как касается их положения. Сейчас Шри Бхактивинода Тхакур он объясняет. Шринада писаничина. Более смиренный, чем даже травинки. Когда Харинам, когда святое имя, чистое имя, появляется в сердце преданного, он погружается, а думает, что «О, я маленький-маленький сознание, я слуга Кришны». У меня на самом деле нет пользы материальных объектов. Но, к сожалению,
из того, что мне не хочется служить Кришне. Я сейчас очень ужасном состоянии. Я упал в цикле смерти, рождения. Но сейчас я понимаю милости гуру, милости Вайшнава, милости преданного, преданных. Я понимаю сейчас, что такое лечение. О, это практика бхакти, практика любви к Господу. Любовь к Господу, Господу не сразу появляется, потому что у нас есть очень сильный дух нашего рождения, желание контролировать. Это против истинной природы. Поэтому надо практиковать под руководством чистых преданных. А постепенно вдохновляемся в сердце, потому что вот этот процесс, этот Господь сам. Это не материальный процесс, это духовный процесс. Поэтому, когда практикуем бхакти-йогу, вдохновляемся, душа вдохновляется, естественно, а тоже очищаемся. Поэтому, когда практикуем, постепенно духовное вдохновение и чистота появляется в сердце. Тогда он говорит, даже травинка – это материальный объект. У него есть отождествление. Это естественно. Для травинки это естественно. Но я думаю, что я – это тело. Я забыл, что я – это душа. Я душа. Я думаю, что я – это тело, я – этот ум. А у меня поэтому есть материальное отождествление. Я украинец, я русский, я англичанин, я мужчина, я женщина. Это не качество души. О, как избавиться от этого ложного отождествления, это ложное эго. О. Поэтому я должен быть даже ниже, чем травинки. Наш Гурудев сказал, что смирение у тех, которые не достигали бхаву, значит, экстатичную любовь к Господу. Это или ложное, или несовершенное. Только на самом деле, когда достигали любовь к Кришне, тогда смирение. Потому что смирение значит совсем отречен от материального отождествления. Совсем отречен. Естественно. Это не как... Это естественно. Природе. Террора писащина. Более терпеливый, чем дерево. Дерево, на самом деле, они живут для других. Ну вот, у нас есть трава, там фрукты есть. Можем использовать листья, можем использовать сок тоже. Вот дерево. Как кто это? Нараян. Он получил вот это масло. Кедров севера. Они не протестируют. Даже разрезать. Они не протестируют. А когда Не протестуют. А когда очень сухой, не потребует воду от других. Когда очень жарко, не нужно воды. Нет, нужно, требует, но не они не просят. Да, они не просят. Поэтому наш Гурудев сказал, что надо жить как дерево. Надо жить для других, не сам для себя. Это возможно, когда у нас есть дух служения к Господу. Искусственно это невозможно. Когда понимаем, что на самом деле Господь, Он дает нам все. Поэтому не надо потребовать от других. Он дает то, что нам нужно. А поэтому преданный может жить для других. То
У преданного есть сострадание. Без зависти. Если кто-то делает не так ему, он не думает, что он злой, он не ранил. Так. Он думает, что вот моя карма. Раньше я сделал что-то похожее ему или кому-то, а поэтому есть вот эта карма. Он просто как agent. Принимает. Нет. Он исполнитель. Инструмент. Он инструмент мой да, кармы. Исполнитель. Да. Однажды, наш Гурудев рассказал, однажды была очень чистая преданная. Она жила одна с сыном. Сын маленький, но как наш Нитянанда, например. Очень послушный, очень преданный, чистый. Да, по возрасту, да. Очень помогал маме. Однажды его мама сказала, мне надо цветы, чтобы поклоняться Господу. Давай от этих куст. Он пошел, начал собирать цветы. А в это время змея, ядовитая змея, кусали его. Он умер. Просто. Был в это время охотник. Охотник видел то, что случилось. Но у охотника была мантра. Он повторял мантру, а змея был беспомощным. Он с палкой положил змею на горшок, а крышу, а тогда он подошел к этой преданной с телом сына и со змеей. Когда она узнала, что произошло, она плакала. Когда она успокоилась, он сказал ей, я хочу убить вот... Не, чтобы ты убила змею. Он хотел, да? Да, охотник. Он хотел убить змею. Он просил ее разрешения. Да, просил ее разрешения. Он сказал, если это делаете, значит мой сын как оживляет. Да, он оживет или нет? Нет, он сказал нет. Тогда она сказала нет, но тогда не имеет смысла. Он сказал, нет, вы не понимаете, вот это очень злая змея. Вот, твой сын ничего не сделал. Поэтому надо убить ее, чтобы она не касала кого-то еще. А тогда змея сказала, что ты говорите? Я не виноват. Я жил очень много лет в этой кусте, а никогда я никого не кусал. Смерть сам сказал мне, именно это момент его смерти, поэтому надо кусать его. Поэтому смерть виноват. А вдруг появлялся Ямарадж, бог смерти. Он сказал, что вы говорите? Понимаете? Раньше вот этот мальчик был человеком. Змея тоже была человеком. А вот они дрались друг с другом. А вот тот, который сейчас, ребенок, убил другого. Поэтому сейчас вот другой человек появлялся как змея и кусал его. Поэтому просто его действия его убили. Преданный понимает это. Он понимает, что то, что случается со мной, это или это моя карма, или это план Господа. Поэтому у него нет зависти против других. Наоборот, он хочет помогать всем, как Прахлад Махарадж. Он чистый преданный маленький мальчик, даже меньше, чем младший Нитянанда был, 5 лет, скажем. А его отец был так сын преданный, Хиранькашипу, самый большой демон вселенной, питал
Прилад Махарадж старался убивать его. Не мог, потому что из-за защиты Господа. А тем не менее, Прилад Махарадж не хотел ранить его. А когда, в конце концов, Господь сам убил Хираньякашипу, а спросил у Прилад Махарадж, что за благословение хочется от меня? Он сказал, ну ничего. А Господь настаивал. Он сказал, ну ладно, пусть мой отец освобождался. Господь сказал, что он уже освобождался, потому что это чистый преданный. Я хотела узнать по поводу демона Хираньякашипу. Он трансформировался в добро, да? Нет. Скажем, как это можно понять? Он демон. Я поняла. Ну, у него же есть духовная сущность, да, вот естественно. На самом деле, это другая история. Но на самом деле, Хираньякашипу, его брат, Хираньякша, они были спутники Господа. Были в духовном мире. Они понимали, что Господь хотел драться с кем-то. Но в духовном мире, по крайней мере, ну, у Нараяна, никто не может драться с Господом, потому что они понимают, что он Господь, как они могут драться с ним. Поэтому они понимали, что Господь сам должен идти здесь, в материальный мир, а драться с кем-то здесь. Но кто может драться с Господом? Давать ему хороший отпор. Только его спутники. Только его спутники достаточно мощные. Поэтому Джай Виджай, так или иначе, они появлялись в этом мире как демоны. Но когда они были здесь, Хираньякашипу был очень-очень опытным демоном. Очень. Чистый демон. Чистый. Но когда Господь убил его, дали ему, в конце концов, освобождение. Они, Джай-Виджай, они вернулись в духовный мир. То преданные, они хотят помогать другим. Даже другие не доверяют Господу, не хотят любить. Но тем не менее, они распространяют просад, значит, духовную пищу, распространяют святое имя, распространяет книги и так далее, чтобы помогать другим. Тогда аманина, значит, нет ложного эго, нет гордости. Почему? Потому что преданный понимает, что то я могу гордиться, джанмайшвадья шуташри. О, я родился в аристократичной семье, джанма, айшвадья. У меня есть так много денег, вот, смотри, я живу в очень хорошем доме. Шрута, я очень образован, у меня 3-4-5 степен. А достаточно красивый тоже. Как я, хороший человек. Все это качество тела и ума. А в любое время это может исчезать. В любое время может изменяться. Поэтому он понимает, что из-за того, что он совсем осознал себя как душа, осознал духовную природу, поэтому то, что есть у него, у тела, у ума, ему не беспокоит. Он не гордится. Манина. Тогда Манада, он предлагает уважение всем. Например, когда Санатан Госвами и Руп Госвами, они были в Индии, скажем, 550 лет назад, во время читания, Господа Читания, они слушали о Господе Читании, а хотели практиковать йогу любви под его руководством. Но они были слуги правительства. А Санатан Госвами особенно. Он как главный министр. Он знал, что не очень легко вот
царь. Царь очень греховный, очень жестокий. Не очень легко освобождает его. Но он послал сообщение царю, что я заболел. Я не могу совершать обязанности. Царь чуть сомневался. Он отправлял шпион, а шпион вернулся и сказал, он не заболел. Он просто, он читает писание с другими, ну, с священниками. А тогда царь сам приехал. А когда он приехал, все стояли. Сенат Госвами тоже, он святой. Он тоже стоял, потому что у царя есть, ну, не, кто-то как позиция в обществе. А даже его позиция, это тоже богатство от Господа. Все стояли. А представлял уважение. А преданный тоже. Он понимает, что все они слуги Кришны. Поэтому у него нет зависти никому. С одной, наоборот, он уважает всех. Ну, согласно их позиции. А как достичь вот этот уровень сознания, когда повторяем святое имя? Когда этот, с одной стороны, каким образом можем вдохновляться духовно, очищаться духовно, чтобы достичь вот этот уровень сознания? Воспеванием святого имени Господа. А с другой стороны, когда так и делаем, когда действуем, тогда мы квалифицированы постоянно повторять святое имя. Только тогда. Чинада писаничина, террора писаничина, амана и намана дейна, киртана и садахари. Когда у нас есть вот это смирение, уважение другим, присутствие, отсутствие ложного эго, тогда можем повторять святое имя постоянно. Тайго Приминанди. Харибо. Хари Кришна. Вопросы какие-то? Все ясно, все согласно. Да, у меня никто не хочет вопрос задать? Как отличить последствия собственной деятельности, то есть карму, и милость Господа? И на каком уровне преданного приходит это, ну, это понимание, или как это отличить? Вечером будем обсуждать это. Потому что Шрила Вишна Чакрава Тхакура, он очень подробно объясняет, как и когда уходят анарпи, Мадхурика Дамани. Очень интересно. Результаты греха во время ручи совсем разрушаются. Сева аппарат очень легко. А результаты оскорблений нам аппарат медленно, медленно. Поэтому даже в уровне асакти, бхавы, даже в преме, абсолютное разрушение это. Только даже в преме, когда преданный имеет даршан Господа, принял лично прибежище. Поэтому оскорбление против святого имени очень опасно. Да. А как вот на практике, что мне кажется, что с умом еще нужно практиковать это? Ну, надо практиковать духовно. Надо... Это постоянный процесс. Постепенный процесс. Как Шрила Гурудев сказал, наш Шрила Гурудев сказал. Искусственно мы не можем делать. А тем не менее надо стараться. Как мы сейчас, что практикуем? Практикуем регулирующий бхакти. У нас вкуса, ну, до некоторой степени есть, но мы не можем практиковать спонтанный бхакти. Аналогичным образом, подобным образом, вот это настроение, смирение и так далее, настроение, что я не это тело, я не этот ум. Стараемся практиковать с этим как настроением, а постепенно, постепенно это естественно проходит. Так.
То есть можно, допустим, ну то есть медитировать на эту шлоку непосредственно, да? То есть повторять мантру, как бы думая о ней, анализируя ее. Да, это очень важный стих. Очень важный стих. Да. Очень важно балансировать, потому что написано, что наше тело – наш раум. То есть если мы не будем ухаживать уже со своим телом, за чистотой физического, ну, физического тела, это тоже очень важно, потому что это тоже создано Господом, ну, мы созданы Господом. Если тебе машина? Нет. Но те, кто имеет машину, они знают, что на самом деле я не эта, эта машина. Я использую эту машину, но я не эта машина. Но я должен заботиться о машине. Аналогичным образом, вот это тело, это как машина. Используем иногда материально, чтобы получить материальное наслаждение, иногда, чтобы служить Господу. А тем не менее, надо заботиться о теле, а баланс надо. Если кто-то постоянно заботится о машине, как polishing, очищает, красит, он не путешествует в машине, нет времени. Поэтому тоже, если просто заботимся о теле, а не используем, чтобы служить Господу, у нас, ну, есть недостаток баланса. Баланс надо. Надо балансировать, ну, духовно и материально. А у каждого есть свой баланс. А чем больше прогрессируем, тем больше можем, ну, заниматься духовно, а материально, ну, Господь сам обеспечивает. А если искусственно стараемся это делать, будем фанатами. Есть очень много, которые используют религию, духовность, как чтобы избегать от реальности. Это проблема. Очень большая проблема. А в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что не надо избегать своей обязанности.